крыски. Чем лучше крыски хомяков? Хомяки, у них одна задача – сбежать и спрятаться. А крыски, они общительные, и они как бы понимают, им говоришь гулять, они выходят, гуляют. Им говоришь домой, они идут домой. Это смелели, самая смеленькая, которая была без полоски. Вот, а с полосочкой, которая на мордочке полоска, она долго не выходила. Открыли две дверки. Самое главное, они выходят из клетки, он с верхней дверки, с этой. А с нижней они почему-то, они с нижней заходят, а выходят с верхней прикольнее. Крыски на прогулке. Топ-топ-топ-топ-топ. На этот, с медведем. Да, медведи следуют. Он бегает, ничего не боятся, никого не боятся. Это так заинтересованно слушает, да, позирует на фотокамеру. Ну, улыбнись. Кажется, сыр. И она моется. Вторая вообще куда-то убежала. На всякий случай дырки закрыли, чтобы они, ну, чтобы не убежали, да, чтобы потом не доставать. Ну, они посмелее, умнички такие хорошие. Вот практически одинаковые, разница только вот по полоскам я их определяю. Что вот, которая без полоски, она более такая хозяйка. То есть она вот, шипела сначала на всех. Вот. А с полоской она более добренькая. Привет. Там, интересно, к нам не подходит. Просто там бегают, а к нам не подходит. Убежали. Пошли исследовать пространство.